Неразрывный тандем музыки и танца. Заслуженному коллективу Приморского края, образцовому ансамблю танца «Ариэль» исполнилось 28 лет. Свой день рождения коллектив отметил пышно – праздничным концертом в Центре культуры и искусства «Спутник». Подробно смотрите далее в сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». Заслуженный коллектив Приморского края, образцовый ансамбль танца «Ариэль» создан в 1992 году. В 1994 году ему было присвоено звание «Образцовый», а в 2009 году коллектив удостоен звания «Заслуженный коллектив Приморского края». Его бессменные руководители – Жанна и Наталья Гугушвили. В связи с введенными ограничениями в Приморском крае, в этом году организаторы концерта продлили празднование дня рождения коллектива. Два вечера подряд на сцене Центра культуры и искусства «Спутник» царила атмосфера творчества, грации, красоты и таланта. На сегодня в «Ариэль» занимается более 100 детей в возрасте от 3 до 17 лет. К слову сказать, трудно посчитать, сколько всего в коллективе было детей за 28 лет. Это очень хороший возраст такой. Уже не юные, но очень молодые и полны сил. Я выражу общее мнение своей помощницы, дочки Натальи. Это действительно наше детище, это действительно наши дети, которые здесь с 3 лет, которые растут у нас на глазах и, как в сказке Андерсена, из гадких утят превращаются в шикарных лебедей. Танец – самое возвышенное, самое трогательное и прекрасное из искусств, потому что это не просто выражение или отвлечение от жизни, это сама жизнь. В «Ариэль» приходят танцевать обычные дети, мальчишки и девчонки. Вы знаете, что когда дети приходят маленькие, самое главное – заразить мам. Самое главное – заразить мам. Если мамы заразились, то тогда и дети будут ходить. Занятия в ансамбле не только прививают детям любовь к танцевальному искусству, позволяют им постичь эстетику движения, но и приобщают их к огромному богатству танцевального и музыкального творчества, способствуют формированию сплоченного детского коллектива. И, конечно, у «Ариэль» есть большие планы. У нас очень много в работе танцев новых. У нас 24 танца в работе новых. У нас шьются костюмы. Мы не перестаем танцевать, мы танцуем и не то что надеемся, мы знаем, что все будет хорошо, и когда-нибудь мы будем делать концерт на 2 дня не потому, что надо разделить детей, а потому, что в зале просто не будет места всем. Несмотря на пандемию, все равно мы участвуем в онлайн-конкурсах, соревнуемся. То есть мы не сидим на месте, даже когда был полный карантин. Коллектив восхищает своим творчеством, выступая на лучших сценических площадках Приморского края, а также за его пределами. В копилке ансамбля многочисленные дипломы гран-при и лауреатов краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов. На сцене в этот праздничный вечер вместе со своими друзьями танцевали выпускницы ансамбля «Ариэль». Сейчас эти девушки, студентки первого курса Хабаровского государственного института культуры, признаются, что мир без танца им не интересен. Мы с детства, с 3-5 лет занимаемся танцами. Мы живем этим видом искусства и дальше решили связать свою жизнь с ним. Thank you.
Ариэль – это слаженный механизм танца, непрерывного поиска и эксперимента. Хореография же – очень тяжелый труд, ежедневный и беспрерывный. От 2 часов до 3 бывает, что можем полдня заниматься в зале. Можно заниматься действительно 1.5 часа, а можно заниматься и весь день. Бывали такие моменты, когда мы, ну, когда нам было лет 14, мы занимались буквально с 12 до 6, до 7 часов вечера. Одной из главных задач работы коллектива является всестороннее гармоничное воспитание и развитие личности ребенка, формирование его мировоззрения и нравственных норм. У воспитанников ансамбля «Ариэль» блестят глаза и на лицах сияют улыбки. Мы очень рады, что попали именно в этот коллектив. Любим своих преподавателей, ариэлек, друзей. Мы готовы и дальше усердно работать, чтобы становиться лучше, практичнее и радовать наших преподавателей своими успехами. Задор, энергия и веселый пляс. Яркие краски и отличное настроение. Под таким девизом участники коллектива выходят на сцену и дарят свое творчество зрителям. Репертуарная палитра ансамбля все время стремится расширить свои границы. Ариэль – это знак танцевального качества. Это большая дружная творческая семья, где сверкает салют детских талантов. Каждое выступление юных танцоров коллектива дарит зрителям непредсказуемый заряд бодрости и оптимизма. Праздничный концерт прошел в теплой, почти семейной обстановке. И бурные аплодисменты, восхищенные взгляды, слова благодарности и признательности – свидетельство того, что творческие способности и таланты юных исполнителей нашли отклик в сердцах всех зрителей. Впереди у коллектива еще много танцев, побед и наград. Будут юбилеи. Выпускники ансамбля будут славить его имя далеко за пределами Приморского края. И, быть может, дети тех выпускников будут танцевать в Ариэль. Так же увлеченно, как когда-то их родители.